Asus V161JT-BD031D. Ультракомпактный моноблок с сенсорным экраном. Устройство поставляется вместе с набором клавиатура плюс мышь, блоком питания и набором документации. Корпус выполнен из черного пластика, откидная подставка серебристого цвета, рамки монитора глянцевые, задняя поверхность моноблока текстурированная. Asus V – это ультракомпактная модель моноблока. Экран здесь близок по размеру к ноутбучному. Его диагональ 15,6 дюйма. Разрешение дисплея 1366 на 768 точек. Как вы понимаете, этот моноблок не для кино и игр. Посередине верхней рамки расположена фронтальная камера с разрешением в 1 мегапиксель и встроенным микрофоном. Главная особенность экрана – он мультисенсорный, с поддержкой 10-пальцевого ввода. Основные области применения этой модели – интерактивное образование и торговля. Наличие USB 3.1 и COM интерфейса позволяет подключать коммерческое оборудование. За производительность системы отвечает двухъядерный процессор Intel Celeron N4000 с частотой 1,1 ГГц, а также 4 ГБ оперативной памяти. Этого хватит для работы с документами, браузером, почтой, образовательным и коммерческим софтом. Графическое ядро Intel UHD 600 встроено в процессор. Для хранения файлов доступно HDD-хранилище объемом 500 ГБ. На него предустановлена операционная система Endless на базе Linux. В нижней части моноблока установлена пара 1,5-ваттных динамиков. Для образовательных целей такого звука вполне хватит. Из портов доступны следующие. На задней панели два USB 3.1, два COM-порта, HDMI и DSAP для подключения дополнительных мониторов, сетевой порт и разъем питания. На боковой панели еще два USB 3.1, картридер, разъем для наушников, разъем для микрофона и разъем для кенсингтонского замка. Wi-Fi и Bluetooth модули в наличии. Подведем итог. Модель моноблока от Asus предназначена для коммерческого использования, к примеру, в качестве терминала для продаж либо показа учебных материалов. А мультисенсорный экран делает работу с этим устройством максимально быстрой и комфортной.